Огромная рабочая область без проводов. Сегодня знакомимся с графическим планшетом Huion WH1409V2. Комплектация. Планшет, ручка-перо, дополнительные наконечники и подставка для пера. Кабели, беспроводной передатчик, документация. Начинаем с самого планшета. Он огромный. Размер рабочей области 35 на 21,8 см, а вес чуть больше 1 кг. Эта модель явно создавалась для использования дома. Обратим внимание на панель с экспресс-клавишами левее от рабочей области. В ней 12 программируемых кнопок, а выше расположились индикаторы. Первый горит при прикосновении пера к рабочей поверхности, второй сигнализирует о работе беспроводного адаптера, третий загорается во время зарядки и четвертый уведомляет о низком заряде. Теперь о пере. Оно различает 8192 уровня нажатия и работает без подзарядки. На нем есть две физические клавиши, а вот ластика на тупом конце не предусмотрено. В комплекте с планшетом идет подставка для пера. В нем содержатся сменные грифели и приспособления для их извлечения. И коротко о разрешении планшета – 5080 линий на дюйм. А в завершении поговорим о подключении. Этот планшет работает без проводов с помощью комплектного USB-адаптера. На тыльной части корпуса для него есть специальный отсек. Не потеряется при транспортировке. Что касается автономности, одного заряда хватит на 25 часов, а на полную зарядку потребуется порядка 6 часов. Подведем итог. Этот планшет подходит вам, если вы не любите провода, вам нужна большая рабочая область и много дополнительных клавиш. Здесь их 12. Только учтите, что планшет работает через USB-передатчик. Его нельзя соединить с компьютером по Bluetooth.